Хай-хай! Сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Бабл, квас, бровь Стаса. В общем, в Brawl Stars. Как многие знают, а многие не знают, 2 месяца назад я был в Тольятти. Там нам было нечего делать, и мы решили скачать Brawl Stars. И вот что из этого получилось. Ну, в общем, как вы поняли, я немного играю в Brawl Stars. Немного. Так, играю я за Джесси. У меня супер классный ник Чила Трила. И сейчас я буду разрушать банки. Так, я там уже вижу, как пенис бегает. Второй пенис! Нет, почему их так много? Стоп, подождите, подождите. Меня, похоже, окружают. Меня реально окружают. Стоп, стоп, стоп. Нет, я убегаю. Есть, одержусь еще. Так, дед со снюсом. Снюсоед. Нет, подожди. Я хочу жить, я хочу апнуть кубки, я не хочу умирать. Почему так много сносит? Нет, пожалуйста. Блять. Так, я решил немножко сменить тактику. Я теперь буду играть на Шелли. Поехали. За мной сразу начинает охотиться, я вас понял. О! Тут еще и Макс. Нет, с ним я файтиться не буду. Я тикаю. У меня получилось есть. Я ушел в кусты, я от них убежал. Нет, Макс еще за мной гоняется. Он же быстрый. Он же меня догонит. Нет, стоп. Так, короче, я хочу его побайтить. Вот так вот. Нет, подожди, Макс, успокойся. О, мистер Пидор. Спасибо, мистер Пидор, что спас меня. Нет, Макс, давай ты не будешь так выезжать резко. Он тебя как откинуло. Сейчас же откинется. Или я откинусь. Давай, мистер Пидор, тебе все равно уже терять нечего. Мне-то кубки надо апать. Нет. Нас осталось четверо. Нас четверо. Макс. Нет. Так, давайте откроем мега ящик, который у нас расположен на пути к славе. Открываем. И 5 предметов. Блин. Понятно. Естественно. Теперь открываем мега ящик, который у нас в Бравл Пассе. И то же самое. Нихуя. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был OneGuy. Всем бай-бай. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.